Всем привет! Приехал сегодня на турнир, организованный Ул-Легионом под названием Ультралайт Трофей 2017. Победит тот, кто поймает на снасть класса Ультралайт самую крупную рыбу. Разрешается использовать спиннинги с тестом до 7 грамм и приманки с линейными размерами до 5 сантиметров или 2 дюймов и общей массой 7 грамм. Все это будет проходить на акватории реки Исеть в деревне Ключи ниже плотины Старого пруда. Соперники заявились очень достойные. Это и Алексей Колотов, который регулярно побеждает в различных турнирах. И Артем Петухов, чемпион области по ловле спиннингом с берега этого года. Но мне тоже есть что им противопоставить. Какие-то свои исетские наработки. Я построю свою тактику следующим образом. Сначала попробую поймать судака в бучиле после плотины, а потом уже буду пытаться поймать щуку. Вот, поскольку, на мой взгляд, выиграет тот, кто поймает самую крупную щуку или судака. Упираться в окуня бессмысленно, поскольку, ну, щуку больше килограмма по-любому кто-нибудь поймает. Буду ловить на максимально крупные приманки, которые допускаются правилами. Вот, ну, посмотрим, что у меня получится. Ну уж в тройку-то я должен войти. Меняю приманочку. Этот же головка будет. Вибросводство. Вот он открывает трофей. Поможет кто подсачникам? Так это же ультралайт трофей!
была бы обычная рыбалка, я бы забил хер. Ну так что-то очково. Да, да, с поводком. А лишь бы не свечкануло. И она не влезет нахер. Зацепилась херово. Все, я держу. Спасибо. Ты что, можешь не участвовать дальше? Да, я не знаю, что. Ой, хорошо. Блять, не видно, ёп. Сейчас дергаться я будет, вот, давайте быстрее. Покажет себе Дима и сетки или не покажет? Ты мне покажет. Красавчик. Дал бы ее. Ну, я тоже думаю. Дайте вот фотку. Ну, конечно. Я что-то сомневаюсь. На джигу? Здесь стоят, блин. Нифига не было. Слышишь, я говорю, я сомневаюсь, что кто-то делает. Аккуратно, аккуратно. Опять было. Окуней просили не отпускать, но я все же отпустил. Да, надо. А не хочешь насадить? Опять копыта. Ну все, турнир завершился, я его выиграл. Что я хочу сказать? Поимка трофея – это чаще всего случайность. И целенаправленно поймать трофей очень сложно. А так вот сегодня данная щука, которая мне принесла победу в этом турнире, была поймана целенаправленно. Это результат правильно выбранной тактики и стратегии. То есть сделать упор на щуку и ловить на максимально крупные приманки, что и было сделано. Ну и несколько слов про спиннинг, которым я ловил. Я использовал удилище Major Craft Solpara.
А катушка на нем стояла Shimano Rarenium C14-2500S. Шнурок был 0.5 UGK Yagi Metal, и в качестве приманок использовал вот такие вот виброхвосты, копыта на джиг-головке. Отдельно хочу выразить благодарность организаторам этого турнира. Это очень хорошо, что еще кто-то организовывает подобные мероприятия и скрашивает нашу скучную жизнь. Давай, взвешивайся. Дима, ага. Вот это фотографируй. О, давай его снимем. Пока не дергается. Пока не дергается. Кстати, где-то в правилах я читал, что свыше трех вроде в зачет не идет. Да-да-да. Там же было там внизу. Обнулил, да? Просто невозможно, но не понимать больше трех. Больше трех. Возможно. Ты еще повис на ней. 3530. Хватай. Ай-яй-яй, палец, палец. Ну что, я отпускать? Да, конечно, отпускай. Если живая, можно. Если живая, надо отпускать. Да, да, да. Только добро аккуратнее. Я пойду отпускать. Все. Ушло. Так, ну что? Участвовало у нас 21 человек. Очко. Не все, к сожалению, дождались окончания. Уехали в турнир. Состоялся, турнир завершен. Последний наш турнир в этом сезоне. А параллель лето кончилось. Лето кончилось, да. Ну так, итоги. Третье место. Щука. 1280 грамм. Ласкон Александр Владимирович. Награду термочашка. Приз термочашка. И там еще это самое. Большое время. Чашка. 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 Так, второе место. Второе место. Занял щука 1310 грамм. Стерхов Сергей Анатольевич. Да, человек, который все лето не рыбачил. Собирался мыслями и съел. Да, первое место решили не присуждать. Рыбы нет. Ну и первое место все видели. Щука. 3500. 3530 грамм. Дмитрий Анатольевич. Возьми бейсболку, блин. Эть! Поздравляю. Нет, это самое. Так, сейчас. А сейчас, сейчас, подожди, давай сфотографируем. А, ну давай, сейчас пока. Давай сейчас фотографируем их, потом стали переходящие. Встаньте, ребята. Внимание, снимаю с предохранителя. Всем огромное спасибо. Давайте сейчас тогда, наверное, все на общую фотографию. Вперед, призер. Фотоаппарат, он щелкнет, такой тоже аппарат. Призеры, вперед. Ну все, собирайте, все, собираемся, да? Ладно, собираемся потихоньку.